На Ямале участвующие в СВО военнослужащие уже начали получать единовременную выплату по 300 тысяч рублей. Финансовую поддержку инициировал губернатор Дмитрий Артюхов. Выплаты положены добровольцам, призывникам и командированным сотрудникам Росгвардии. Обратиться за средствами можно на сайт Департамента соцзащиты, на месте призыва или сбора. С собой необходимо иметь только паспорт и реквизиты банковского счета. Главное, это очень комплексная поддержка, которая должна поддерживать наших бойцов и знать, что их семьи под защитой, под особым вниманием, и их дети тоже окружены заботой. Очень важно, что много ямальцев хотят поучаствовать, хотят помочь, как-то присоединиться к этому нашему единому общему делу. Поэтому призываю всех обращаться в штабы «Мы вместе». Они открыты у нас во всех наших городах, поселках, там, где можно, во-первых, скоординировать свою деятельность, помочь семьям. Для военнослужащих и их семей на Ямале предусмотрен также ряд дополнительных пособий и льгот. Это сертификат в размере 120 тысяч рублей на получение медицинских услуг по реабилитации, освобождение от уплаты арендных платежей за недвижимое имущество и земельные участки, транспортного налога и другие. Накануне перечень льгот был дополнен. Теперь участники СВО и их семьи могут получить выплату на догазификацию. По всем вопросам о мерах соцподдержки можно обращаться по телефону 8 800 2000 ровно 115.